Это один из самых сложных стилей в дизайне. Вообще молдинги в проектах – это сложная, кропотливая работа, как сделали мы в этом проекте. Частенько меня спрашивают по поводу отношения к кварц-винилу. И сейчас я вам покажу, что у нас получилось. Всем привет! Сегодня у нас обзор очень яркой и интересной квартиры в жилом комплексе «Символ», автора проекта Марина Мазурова, реализация от команды «Ремонт Эксперт». Проект выполнен в стиле эклектика. Это один из самых сложных стилей в дизайне, потому что здесь нужно сочетать несочетаемые вещи. Но Марина справилась на отлично, и сейчас я вам покажу, что у нас получилось. Итак, это квартира площадью 73 квадратных метра, состоящая из кухни-гостиной, детской, ванной комнаты и спальни с огромной гардеробной. Посмотрите, какие огромные окна в квартире, их размер 3 на 2 метра. Даже в пасмурную погоду в квартире светло. За окном вы видите небольшую автомобильную дорогу в 17 полос, поэтому лишний раз окно не откроешь, и поэтому нам пришлось сделать приточную вытяжную вентиляцию в квартире, из-за чего у нас 7 разных уровней потолка из гипсокартона для того, чтобы проложить коммуникации для вентиляции. Если потолок сделан из гипсокартона, то всегда есть где разгуляться. Всегда найдется место для потолочного молдинга, незаменимого элемента классического стиля. В данном случае это Orak Decor. Если будет интересна модель, напишите в комментариях, отвечу вам. Вообще молдинги в проектах – это сложная, кропотливая работа, которая делается либо безупречно, либо вообще лучше не делать. Если вам хочется в комнате сделать акцентную стену, то классика – это фотообои, как сделали мы в этом проекте. Вот посмотрите, как гармонично вписались фотообои. Здесь комбинация нескольких цветов – розовый, зеленый, бежевый, белый – в сочетании с кроватью, в сочетании с потолком дает невообразимый эффект. Люстры в наших проектах – это всегда шедевр, и эта квартира не стала исключением. Дверь в спальню стоит под углом. Не люблю такие решения, потому что получаются вот эти вот развернутые углы, которые очень тяжело сделать, чтобы было не стыдно. Но мы справились. Приборы отопления мы заменили на трубчатые дизайнерские радиаторы Zender. Это заказная позиция, потому что нам их красили в цвет, который мы выбрали по РАЛу. Ванная комната однозначно шедевр. На 6 квадратных метрах у нас поместилась ванна длиной 108 сантиметров. Это велюрой Bosch. Шкаф с сушильной и стиральной машиной, а также система инсталляции и шкаф выше с доступом к коммуникациям. Плитка заслуживает отдельного внимания. Есть нюансы при укладке, но оно того стоит. Нам не хватило 7 плиток, и мы ждали 2 месяца из-за пандемии, пока ее привезут. Вот когда готовился видео, посмотрел на эту плитку. Поставки в Россию сейчас пока приостановлены. Смотрите, какая фишка с ванной. Мы сделали специальный уступ, куда уходят ноги, и поэтому вы можете подойти вплотную к ванне и дотянуться до самого края. Очень удачное, верное решение, поэтому по максимуму используйте в своих проектах. В ванне очень много цветов. Синяя плитка, бежевые стены, синий молдинг по периметру, розовый потолок в цвет данной плитки. На полу у нас черно-белая плитка, и такая же плитка сделана на стене, выведена в качестве акцентной стены, смотрится очень гармонично, сочетается с этой нежно-розовой плиткой. Кухня-гостиная совмещена с коридором, и смотрите, как ловко придумано. У вас входная дверь, вы заходите в квартиру, слева и справа у вас дверей нету, то есть слева у вас доступ на кухню, справа у вас доступ в гостиную, но при этом гостиная не просматривается, потому что у нас сделаны две колонны и орнамент, который разделяет коридор и гостиную. Кухня угловая, буквой «Г», аккуратно вписалась в планировку. Места достаточно много, даже мне хватит, а я тот еще повар. На потолке у нас торчит крепление. Это сделано не для груши, а для того, чтобы здесь висел проектор. Он чуть-чуть попозже к нам приедет. И напротив него мы сделали в потолке специальную нишу, где спрятан сам экран. При помощи пульта этот экран выезжает по необходимости. Теперь по поводу чистового покрытия пола. В ванной комнате у нас керамогранит на полу. В комнатах у нас инженерная доска.
И вот частенько меня спрашивают по поводу отношения к кварц-винилу. Отличное решение. И вот в этом проекте вы можете видеть кварц-виниловую плитку от компании Aquaflor. Она сделана под паркетную доску, смотрится очень дорого и при этом отличное покрытие для чистового пола. Вишенка на торте в этом проекте – это панно, которое разделяет коридор и гостиную. Делали его на заказ, делали 3 месяца. Стоит как чугунный мост, даже как 2 чугунных моста. Вымеряли все до миллиметра. Чтобы полностью понять, насколько эта картина прекрасна, нужно побывать, конечно, в этой квартире. Двери во всем проекте у нас под заказ, сделаны из массива, но в спальне вы можете заметить дверь Invisible, сделанная под покраску. Это у нас дверь в гардеробную. Огромная просторная гардеробная, там у нас даже разместился электрощиток, а также все коммуникации для приточно-вытяжной вентиляции. Все ваши вопросы пишите, пожалуйста, в комментариях, либо по номеру WhatsApp, который я оставлю в описании к данному видео. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Всем пока!